Всем привет, друзья! Турция, Алания, середина ноября. И сейчас мы сделаем маленький обзорчик цен на продукты супермаркета сетевого ШОК. Ну и так в двух словах могу сказать, что в ШОКе я последние месяцев 8 пребываю от того, как поднимаются цены. Ну, пример вам можно привести простой. Допустим, томат я покупал в стеклянных бутылках. Я его пил вместо томатного сока. Очень вкусный, натуральный. И вот этот томат, он стоил 4,50, 5,50, 6 лир. Потом я никак не мог привыкнуть, потому что он стал 10, 14. Сейчас он 22 лиры. Я вчера посмотрел, я просто прозрение наступило. И самое, кто-то там скажет, но ведь лира падает. Друзья, не падает. Не падает даже. То есть, если 4 был, 5 раз он подорожал, а лира поднялась. Ну, сколько там, можете посмотреть сами, какой курс был, допустим, весной и какой сейчас. То есть, совсем никак точно не с лирой связаны эти подорожания. Это что-то, нечто другое. Цены, к сожалению, продолжают расти на продукты питания. Так, идем, смотрим. Помидоры по 20, 20,90, 24,90. Лимон 16,90. На рынке подешевле, конечно, лимоны. Помидоры тоже, собственно. Хлеб начинается сейчас от 8 лир, от 9, дальше от 14 к весне. Ну, типа 10, здесь пошли по 23-24 лиры буханка хлеба. Батон сейчас стоит социальный, это 5 турецких лир. Очень подорожали булочки, вот эти сладкие с тахином. 24 лиры была на 10-12, ну, то есть просто вот цена удвоилась. Кола литровая 15. Двухлитровка 23, пепси 22, двухлитровка. Швепс такой 20,90. Спрайт 15 литровый, вот этот 9,75, 1,5 литра. Литр сока тоже. Всем недавно, кажется, они были по 5, по 6 лир, сейчас 20. 18, дешевле нету. Но это не соки, это напитки, а вот есть. 13,90. Ну, вода у нас самая дешевая, полторушка по 3 лиры. И многие очень фирмы по 6, по 7 лир бутылка воды полторушки. Чем лиджи апельсин, вот это вкусное. 6,75. Бутылочка. Кола 9,50. Баночка. Йогурты тоже постепенно дорожают. Большой йогурт, это же 3-килограммовый, по-моему. Да, 53 лиры уже стоит. 2-килограммовый. Нет, это 1,5-килограммовый, 29 стоит. Молоко в бутылке 17,50 литра. Сырый тост Пайнир килограммовый 117,50. Это большой. Здесь 700 грамм 108. Кошер Пайнир. И сыры в рассоле, которые сыры 500 граммовые, они 48, 38, 38. 75 килограммовые, седьмой Пайнир. Седьмой Пайнир 85-килограммовые. Тоже цены. Цены выросли. Буквально в прошлом месяце покупал по 50 килограммовые, по 60 был. Такой сырочек 14,75. 8 кусочков. Масло сливочное полкило 99 лир. Потом там полкило 72 лиры. И кило 130 есть сливочное. Яйца получается лоток 62,50, 30 штук. Курица здесь, ножки 122 вроде бы, если не ошибаюсь. А филе стоит 42,53. Это за
Лунарная цена. Ну да, это закинула цена. Молоко дорожает постоянно. Сейчас это самое дешевое 17,50. Есть уже и 27, и 21. В общем, цены растут. Оливки вот такая баночка. 21, 19, 19. Мука. Мука 2 кило, 22,50 и 33,95, тоже 2 кило. Разный сахар. Сахар 2 кило, 48 турецких лир. Кофе этот турецкий сейчас 14 цена. Вот этот кофе кто любит. 14 лир. Ну, по 5, по 6 было. Чай. Так, вес тут какой у нас? Килограммовый 47, 49. 48 и 89. В общем, тут разные цены. А, это, наверное, за полкило 47, да. Килограммовый 89, стоит 79. Несколько вот такой 36. Паста шоколадная 34. Пикмес 39,59. Баночки небольшие. Кстати, тахин. Тахин 69 банк. Халва 44. Это на перед вами. Нутелла 64. Вот бутербродик с колбаской, с маслом 11 русских. Суджуки дорожают тоже. 300 граммовый вкусный, который из говядины. 73 лиры за 300 грамм. И куриный, который невкусный. 250 грамм, 17,50. Сосиски. 330 вес, 35 лир. 240 вес, 47 лир из говядины. Сосиски. Такие вот из индейки, более-менее вкусные, там вес 130 грамм, 9,50, пачка сосиски. Этим баночкам тоже можно судить, насколько цены поднялись. 4-5 лир была цена от этих баночек и фасоли, и эти самые сарма в виноградных листьях. Сейчас 17 лир. Подорожала паста из перца, очень и томатная паста. Паста сейчас из перца 38 лир, вообще не могу даже. Бибер Санчо, да, она была меньше 10 лир, и буквально полтора месяца назад или месяц назад она была 12-14, сейчас она 38, я не знаю, что это значит, если честно. Томатная паста тоже маленькая, уже самая 9 стоит. Кетчуп 26, майонез 43, тоже цена майонеза уже. Так, глядишь, и сотня скоро будет тоже. Такой 29 маленький. Бомж-пакеты. 5,50. Где-то видел еще буквально позавчера по 3,50 были. Так, что здесь с шурупами? Это рис 34,50 за кило, 34,50. Это тоже вроде рис 24,50, тоже за кило. Фасоль. Ну, 24,50 за кило. Булгур 13, если не ошибаюсь. И чечевица оранжевая. Вот это если на нее цена ниже. Нет, это на булгур цена. Чечевица 15 не может стоить. Чечевица 22. Вот эта пачка. Масло оливковое. У них очень вкусное, в шоке. Вот это двухлитровое. Сейчас 143 стоит. Эти литр 72 и 70. Очень вкусно, вот это Лила фирма. Брать лучше ту, где вот на тюрьме написано. Это Extra Virgin.
холодный отжим, 143 лиры, 2 литра. Подсолнечная литровая 35 пока остановилась, цена не растет. Уже месяца 3, нормально, 4 такая цена за литр подсолнечная, 35, ну 33 там было, допустим. Так, ну вот основное как бы много показал продуктов разных, в принципе. Вот у нас зеленый горошек 850, вес 16 лет. Перчик острый 21 лира. Перчик подорожал также вот этот кусочками 24 лира, был он десяточку где-то. Вот такой перец 13 лир. Может это старая цена, скорее всего. Поднимется она. Вот вес, тунец, две банки по 150, 34 лиры, кукуруза, баночка вот эта 18,50, лип там 2,5 литра, 21,75, чай холодный, лимонад 9, 13, был он по 4, по 5 лир, я помню точно. Ну, может, не все показал, как бы, но такие основные, как бы, товары. В принципе, показал, я сильно долго не стал там растягивать, чтобы меня не попросили выключиться. Середина ноября, вот такие цены, друзья, и, ну, реально, вот последние несколько месяцев создается впечатление такое, что вот они просто растут, 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 и это никак не связано с тем, что лира там падает по отношению к евро, связано, видимо, с другими событиями экономическими, происходящими в мире, к сожалению. Все, спасибо за ваши лайки, всем пока.